Народ, всем привет! С возвращением в эфир. По Форду у нас вот такая информация. Сделали двигатель. Двигатель оказался вполне себе хорошим. Не пришлось сильно много в него вкладывать. Я вставлю там ролики о том, вообще в каком состоянии, что делалось. Ну, попросил механика, чтобы он что-то заснял. Ну, я тебе скажу честно, я досконально не лазил, не смотрел. Ну, то, что она была битая в левую часть сзади и покрашена поверху просто, даже, наверное... Там мне поменяли кольца, простые кольца, номинал, без всякого ремонтного набора, там, размера. Хон целый, цилиндры целые, без трещин, там, без стертостей, ничего. Поршня тоже в хорошем состоянии. То есть фактически я поменял непосредственно сами кольца, вот поставил, ну и прокладки в круг. Прокладка ГБЦ, клапанные крышки, сальник коленвала поменял, там маслосъемные колпачки. И все. Вся эта процедура мне обошлась в $600 с запчастями и работой. То есть вот машина сейчас выглядит великолепно. Я ее помыл, приехал к отцу. Все, в принципе, в порядке. Машинка бегает, будь здоров, все хорошо. Я уже делал тесты по замеру масла. Проехал, ну, пока что 100 километров. Масло никуда не ушло. Поменяли кольца номинальные. И я проехал 150 километров. Проверяем уровень масла. Так. Щуп чистый. Он весь в масле, полный щуп. Это победа. Что у меня в планах еще делать? Это топливную систему надо как-то все-таки чистить. Потому что расход все равно на холостых там 1,7 литра, 1,8, 2 литра. Он постоянно хавает на холостых. Как по мне, это до хрена. Это очень даже дофига. Ну, надо будет выделить время и заняться этим вопросом. А чуть позже. Чуть позже еще я сделаю отдельно видос в сравнении с приобретением машины с Европы, вот как в частности Мандео, чистый немец из Германии, и машина с Америки, приблизительно в ту же стоимость, которая нам станет. Вот чтобы вы понимали, на данном этапе за 6800 я его купил и уже вложил где-то $2500. То есть уже, и это не конец. Это я еще буду вкладываться в топливную, надо делать там бампер еще, там наводить порядок, марафет. Там снизу подколоты немножко, счесаны. Подкрылки хочу пластиковые поставить, брызговики хочу найти, оригинал поставить. Ну, много еще чего хочется сделать, там тоже чехлы повесить нормальные, кожаные. Там еще как бы есть куда руку приложить. Ну вот для сравнения у вас будет информация о том, во сколько мне обойдется
Я себе уже взял Nissan Rogue 18 года. И вот мы посмотрим, во сколько мне станет Nissan Rogue 18 года с пробегом 60 тысяч миль. Это порядка 90 тысяч километров, там плюс-минус. И во сколько мне становится вот этот красавчик. Я покажу, расскажу всю разницу между европейскими авто и американскими. Что ж, пока на этом все. Если у вас какие-то будут вопросы, пишите, пообщаемся. Всем пока.